Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Что мы сначала видим в магазине? Это появилась новиночка, новая женщина-кошка из эпицентра, только теперь. Ну, честно сказать, так вот посмотреть, вот эта женщина-кошка намного лучше, чем предыдущая, которая появлялась в Epic Games. Почему бы его не сделать изначально женщину-кошку намного симпатичнее и круче, чем вот вы сделали изначально. Ну ладно. Сделано, то сделано, уже ничего не вернешь. Из-за такой ксипозы она как-то и прокручивается в магазине. Немножечко по-другому. Так, ладненько, хорошо. Скинчик всегда прикольненький, так что надо будет его купить. И я сделаю обзорчик, но чуть позже он выйдет. Нужно еще будет его обработать, потому что сделать все это. Так, ладненько. И входит в набор еще ее кирка. Крюк женщины-кошки. Так, получается, что здесь? Ни рюкзака, ни стиля, вообще ничего нету, да? Ни эмоций встроены. Стоит 1200, да, это получается скин? Угу. И отдельная кирка за 700. Нам, наоборот, дают по скидке на 500, ну, 500 V-баксов, да? Хм. Ну что, нормально, все равно прикольненько, как бы, ну, скинчик, он намного симпотнее, чем тот. Так что надо брать. Так, ладненько, позже, как я сказал, будет обзор на этот скин. А сейчас пока продолжаем магазин смотреть. Так, леший. Просмотр его стиля сейчас сделаем. Так, ну это что, вот, был весенний, летний, осенний, зимний, а это мечтательный. Ну и, соответственно, также на улей его, да? Так, кирочки смотреть не будем, потому что я до этого посмотрел. В итоге, ну, баг такой. Черный экран и все. Не знаю, вот Epic Games, что-то проблема с магазином. Последнее время стало, это уже не первый раз. Это уже раз в четвертый мне попадается такая ерунда. Когда нажимаешь просмотр стилей, и все, черный экран, и все, и магазин больше не работает. Если открывать скины, они просто черный экран, и все, даже ничего не видно. Так, ладненько, кирочки там тоже, они под все стили, как бы его есть, да? Так, ну что у нас еще? Фантом вернулся в магазинчик. Прикольный довольно-таки скинчик. Ну, стили, конечно, простенькие, в шляпе без шляпы. Ну, бэкпэк, такая тряпочка с заколочкой. Так, спектральная коса, довольно-таки крутая выглядящая кирка. Эффект вот этого дыма. И плюс сечение еще. Обертка, ну не знаю, некоторые говорят, что он как бы взята обычная стандартная обертка, просто нанесен, типа дым такой, и все. Ну не знаю, по мне так прикольно, такой светящийся дым. Так, агент Хаус. Два стиля у него есть, такой типа жидкий, да, и обычный рюкзак, просто обычный. Довольно-таки неплохая тоже кирочка. Такая жидкая. О чем такая отдаленная? То близко, то отдаленно. Странно. А обертка на его тоже тему. Жидкий омут. Так, что у нас тут еще появилось в магазинчике? Так, стрелок Брут опять вернулся в магазин. Довольно-таки неплохой скин за 800 V-баксов. Ну, полюбился киберкотлетка, так что бегают за него, ну, не знаю. Уже, может, реже бегают. Там сейчас уже появились еще другие скины, но, тем не менее, тоже, как бы, любители этого скина. Сафари, ну, не знаю, стили у нее такие простенькие. В шляпе с очками и без них. И все. Ну, рюкзачок прикольненький, кстати. Внутренняя гармония за 200. Все. Чувак завис. Так, всем по банану. Ну, вот это как бы наподобие масса деньги на ветер, но есть как бы она хоть бесконечная. Вот если, в принципе, деньги на ветер бы сделали, ну, так, бесконечную, да, вот так можно было. Было бы прикольно. Так, мини-лама.
узрите. Так, ну, в принципе, все. В магазине будешь смотреть нечего. Набор Бистбоя, Бэтмен, Каменный взор, который сейчас появился, Рыцари и Двойные агенты с этими китками. В принципе, вот и весь магазин. Так, ну что, позже сегодня выйдет обзорчик отдельный на Женщину-кошку. Так что ждите, будет у нас обзор. Ну а так, что, поддерживаем только автора, поддержка, это приятно. Спасибо за просмотр, ставим лайк и оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.